Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как правильно одевать чехлы. Итак, приступим. По сути, вы получаете вот такой вот конверт, в котором есть наша визитка, где есть все контакты нашей компании и, собственно, 4 чехла. Поехали. Сначала достанем чехлы. Соответственно, для некоторых моделей, у некоторых моделей амортизаторы разного размера. Вот на передние, они поменьше, и, соответственно, на задние амортизаторы чехольчики. Первый шаг – это, соответственно, взять чехол и вывернуть его наизнанку. Чехол готов, по сути, его можно надевать. Покажу, как это делается уже на надетом чехле. Для начала разберем амортизатор. Разберем амортизатор на его составляющие. Это пружина, амортизатор, ну и два упорных кольца, так я их называю. Возьмем чехол. Так, первый шаг пройден, когда у вас в руках есть пружина, полностью одетая в чехол. Следующий шаг. Мы заправляем одну из сторон чехла внутрь пружины. После этого берем маленькое фиксирующее колечко. Надеваем его. Протыкаем амортизатор. И заводим оставшуюся часть чехла внутрь пружины с другой стороны. Я обычно использую один из шестигранников. Второе фиксирующее кольцо, и вот чехол готов.